Собираемся в буфете около 7-го павильона. Приглашается всех к праздничному столу. Ну, где у нас чай, кофе около 7-го павильона было? Ну, в этом, в кармашке. Ай. Что? Персонаж что будет? Там персонаж будет. И напомни нам о славном прошлом. Время подношения. Ну, подожди, это так, символически просто на... Мне кажется, некая от своей есть, в смысле шашика. Да, я понял, да. Конечно. Нет, это пингвин вообще. Хороший. Спасибо. А можно пакетик? Мне тоже нравится. Да, я про, да, правильно, конечно, это я зажим. То есть в каком смысле зажим? Зажать хотел, да, что-то? Да. Кошку подходит. Спасибо. Кошку подходит к котенку, ровно к тому, бьет его в зубы, начинает тащиться вот к этим остальным котятам. А, как всегда, ждем Петра Леонидовича. И свет. И свет. Да? И скажите, пожалуйста, во главу стола. Славик Демид. Спасибо, Борис. Вы знаете, моя любовь к стульям. Спасибо. С ума сойти. Спасибо. Спасибо вам большое. Скорое окончание проекта меня не покидает. К сожалению, не могу сказать, что я как-то радостен, потому что, ну, честно говоря, не знаю, что я буду делать без вас. Но стул скрасил это настроение. Большое вам спасибо. Ну, боюсь громких слов. Все меня знают как человека циничного. Поэтому не поверят, но... Всего самого-самого наилучшего. Вот от всей души. Если бы я был холостой, наверное, я влюбился бы во всех женщин, которые работают на этом проекте. Я, в принципе, в душе в них влюблен. И я тоже тайно влюблен. Но тайно, совершенно не... За вас, милые дамы, я желаю вам всего-всего самого наилучшего. И, они, знаешь, вот, они давай хорошие, красивые. Повскакаем по этому поводу. Они работают так, что мама не горюй. Мужик, крепкого тебе стула! Просто периодически тут появляюсь, когда не снимаюсь. А появляюсь я только по одной простой причине. Мне очень нравится к вам приходить в гости, вот с вами со всеми быть. Так что спасибо, ну, знаешь, вам. Очень приятно. Хорошо. Вот, спасибо. Давай. Стан Викторович, на вас дотянусь обязательно. Обязательно. Чтобы дали это. Тишина. Тишина. Сейчас Наташа скажет. Подождите, а я... Наташа. А вот громкая связь. Да не, ну можно говорить. Наташа, говори. Говори, тебя сейчас... И тебя тоже! Спасибо тебе! Ой. Иначе профессия называется второй режиссер. И на этом проекте я наконец встретил человека, который совершенно адекватен этой профессии и даже более чем. Я
представлять про второго нашего режиссера, Эльру, которого я просто люблю, обожаю. И, в общем, короче, я классная. Я песню даже. Не вы один, Дима. Эля классная. Ура! 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 Секундочку! А вот теперь, учитывая, что ты поднял эту тему, и я здесь вроде как ни при чем, я к тебе присоединюсь, потому что если бы я поднял этот тост, ты знаешь, чтобы я получил его. А так как ты его поднял, то теперь я с огромным удовольствием. Слушайте, ребята, Рома дожидался всего этого. Огромный... Оказывается, ждал этого момента. С огромной любовью. Я бы сказал, Рома, это тупо. И совершенно с искренней, правда, благодарностью, да, Эль. Вот, слава богу, если бы ты не знали, то нужно было это подсказать. Но ты, слава богу, сделал сам, понимаешь? И теперь я наконец-то могу выпить. Эль, да. Правда, я думаю, что очень во многом судьба нашего кино в твоих руках, понимаешь? И я счастлив, правда. И... Что ты мне кидаешь оттуда? Ну, вот это то, что я говорил, не обращайте внимания. Я специально ехала, кого-нибудь возьми, это действительно подарок судьбы, который у меня был послан свыше. В общем, я хочу сказать им огромное спасибо, потому что это было счастье сниматься. Буквально через 3 дня после... Да. Между прочим, я вчера тоже был в Праге. Спасибо. Но чисто виртуально. Вот. Это все, это будет религия. Я пил пиво, запивал его Бехеров. Не знаю даже, мне кажется, его вообще не надо распивать. Я пил пиво, запивал Бехеров, с друзьями. А не умею снимать не человека, а его душу. Не муха! В смысле дух. Блин, вообще. Ну, доктор Леонидович. Мне кажется, на нашей картине случилось чудо. У нас появились люди, которые... Они не консультанты. Они просто мерило интеллигентности и хорошего вкуса. Я вот даже не знаю, за что мне их больше любить. За то, что они художники по костюму? Или вот за то, о чем я сейчас скажу. Я не знаю, что важнее. То, что... Знаете, это какая-то... Вот правда, это какая-то духовная энциклопедия. Вот по любому вопросу, чего бы ни касалось. Неважно, там, дуэльного кодекса или... Как ему держать руки, как ему держать ноги, как вы думаете? И я даже думаю, что на многие вопросы у них нет энциклопедических ответов. Нет такого ощущения, что они знают, что вот... Ноги в этом положении на седле нужно держать слева направо, право налево, перекрещенной буквой Ю. А вот они обращаются к своей душе, да, к какому-то своему внутреннему мерилу и дают очень точный ответ. Причем самое главное, что ответ потрясающе интеллигентно мягкий. Они всегда дают возможность уйти от того предложения, которое они дают. Вот это фантастическая вещь, да, которая, но об этом можно только мечтать. Когда тебе дают совет, который ты можешь принять, и ровно с той же степенью, не уронив лица, ты можешь его не принять. Ёлы-палы. А, наверное, вот это и есть вот тот самый аристократизм, да? Знаете, как я воспитывался в детстве по одной простой английской пословице. Не знаешь, как поступать, поступай благородно. И вот, мне кажется, ребята дают советы свои ровно по тому же принципу. Не знаешь, какой дать совет, дай совет благородно. Я очень хочу выпить за благородство духа этих людей, которые, ну, не знаю, это просто какой-то метеорит с другой планеты, который свалился на нашу картину, да, и подарил нам этот фермер иск. А костюмы-то у них при этом просто охуительные, я про это не говорю. А я уже заступался. Шато Тома. Как раз в этом шато мы сегодня и снимаем.